До нас сьогодні завітало яскраве сонечко. Головний режисер Палацу культури «Молодіжний» Надія Серпул. Вітаємо вас! Мы тоже вас витаємо. Мы очень благодарны, что вы нас пригласили. Это очень важно, что наши мероприятия оценивают и считают, что они будут интересны для горожан. Мы тоже это считаем. Ми точно знаємо, що усі події, усі заходи, які створює Палац культури «Молодіжний», вже цікаві не тільки для молоді, а й для абсолютно усієї вікової аудиторії нашого міста. Тому вам слово. Розкажіть, будь ласка, чим будете дивувати миколаївців, жителів Інгульського району на День міста? Ну, администрация Ингульского района обратилась к нам, чтобы мы вместе с ними сделали такой большой праздник для нашего района. Светлана Николаевна Гладун сказала, все, что вы пожелаете, мы вместе с вами воплотим. Спасибо ей огромное. Это такой подарок, когда люди, которые заказывают праздник, они еще говорят, вы можете делать все, что хотите, мы вам полна поможем. Свобода. Да, доверяем. И спасибо Светлане Николаевне за это. Вот, значит, делаем воскресенье, 17 числа, приглашаем всех горожан, обязательно всех, потому что наш район – это наш район, но мы делаем такие масштабные праздники, что будет интересно всем николаевцам. В 11 часов у нас начинается игровая программа от Тони и Вани. Я считаю, это самые лучшие на данный момент игровики в нашем городе. Я отбирала долго и студентов, игровых агентств. Это наши. Поэтому, пожалуйста, приводите с 11 до 12. Можно самых маленьких, постарше. Это аудитория вот такая для игры, детские игры, танцы, песни. Это просто будет очень интересно. В 12 часов это уже подростковая аудитория. У нас там танцевальный клуб «Слайс» делает шикарную программу. Там и батлы будут, и мастер-классы. Можно, это все будет проходить на катке, на территории катка. Там уже нету этого, но это вот эта площадка. Там будет и маты специально. Можно попробовать поплясать, потанцевать, посмотреть. Это будет очень интересно. Дальше в час у нас будет машинки. Это образцовая школа николаевская. Они содействуют, работают вместе с школой автомоделирования. Вот они у нас будут показывать часовую программу. Тоже езда машинок, там все интересно. Это очень детьми сейчас востребовано, очень любят. Поэтому мы решили возобновить, и каждый раз они у нас будут. В 2 часа клуб «Киевская Русь». Это историческая реконструкция. Рыцари будут, и там же будет игровая программа. Все интерактив. Дети могут одеть доспех, взять в руки игральный меч, и там даже их научат немножко драться на мечах. Это очень интересно. Закончится все организация, областная организация Кюшин Карате. Да. А ведь карате у вас? Да. Они будут у нас показывать специально, у них такое включение. Они еще нигде у нас в городе не показывают. Я не знаю, разрешат ли они проанонсировать. Они будут глыбы льда разбивать об голову. Ничего себе! Да. Справжній эксклюзив буде у Палаці культури молодіжних. Такого не было еще. Не было точно. Мы обещали, что это будет только у нас такой изюм. Дальше. С 3 до 6 вечера будет концертная программа наших николаевцев, ну, молодежного дворца. Артисты будут выступать. Начали набирать номера. А по таймингу, я понимаю, что на 5 часов. Поэтому у нас мероприятий очень много впереди. Мы хотим выступать, но вот с 3 до 6 мы кое-как вложили программу нашего Дворца культуры молодежной. В 6 часов Южный патруль у нас работает. С 6 до 7 концерт. Я думаю, что здесь уже аудитория любая, широкая. От людей молодых, которым хочется потанцевать, до людей даже пожилых, которые хотят услышать песни, которые лягут на сердце, для души. Вот, пожалуйста, пожалуйста. А с 7 до 10 вечера дискотека на улице, клубная дискотека. У нас МС Белкин, это наш тоже партнер. И мы будем танцевать, тусить. Що ж, Палац культури, як завжди дивуєте, багато ексклюзиву на різну вікову аудиторію, буде цікаво абсолютно всім. Я думаю, що можна запасатися якимись кулоничками з харчами, тому що... Ні, у нас будуть харчі, звісно, у нас будуть і дуже вкусняшки продаватися, і, може бути, щось для весілля буде, так що, пожалуйста. Тож, зранку прокидаємось, наводимо собі марафет і їдемо до Палацу культури «Молодіжний» цієї неділі. Тому що на увесь день вам вражень просто вистачить на усі 100%. Надія,
Я впевнена, що з успіхом пройде День міста біля Палацу культури молодіжне, а ось від вас хотілося б привітання для наших містян напередодні дня народження Миколаєва. Я з удовольствием поздравляю моих любимых николаевцев, наших горожан, наших зрителей, может быть, и обязательно наших критиков нашего дворца. Вы позволяете нам работать, развиваться, становиться лучше. Приходите, критикуйте даже. Ну, в основном, я думаю, радуйтесь. С днем рождения нашего города. Мы вас очень любим, работаем для вас. Это наше призвание и наше счастье. Дякуємо вам.